keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta. Гавайская традиция, входя в дом или в квартиру, снимать обувь при входе. Очень хорошая традиция. Это прихожая. Второй этаж. Кладовка, где обычно все для пляжа. Вплоть до полотенец. Потому что те полотенца, которые находятся на бассейне, когда вы идете к бассейну, их нельзя использовать на пляже. Две спальни, две ванных. Это бар с холодильником для вин. Такое интересное угловое зеркало, какая-то композиция. Она была и в прошлый раз, только на третьем этаже. Высокие потолки, вот этот деревянный молдинг, да, это называется. Гавайский стиль, постельное белье, гавайские мотивы. И пять окон. Что я обожаю просто, когда много окон. Очень люблю, когда светло. Тумба, комод, цветочки, орхидейки, какие-то детали интерьера, ковровое покрытие, две гардеробных, одна из них под ключ. Закрыто, видно, хозяйское что-то. Большая ванная с двумя окнами. Две мойки. Огромные зеркала. Можно видеть себя не только спереди, но и сзади. Сама ванная поменьше, чем в другой спальне. Достаточно большая душевая кабина. Видите, какие огроменные зеркала, высоченные потолки. Большой туалет. Прям вот для меня, для девочки. Видите, цветочки поставили. Так, дверь закрывается. Плитка. В спальнях ковровое покрытие.
лаундри, две хорошие машины, стиральная и сушильная. Видите, такие дверцы огромные, не люки. И моющие средства, чтобы стирающие средства, капсулы для стирки, отбеливатель. Еще какие-то прибамбасы здесь закрыты тоже. Пылесос, что там, швабра, гладильная доска, утюг. Двойная дверь такая при входе. И совмещенная кухня, living room и обеденная зона, dining room, так называется. Вот эта мебель и отделка деревянная, молдинг, все детали вот эти деревянные, это все было уже, когда дома продавали, квартиры уже были со встроенной мебелью кухонной, со встроенной бытовой техникой. Обычно так продают дома. Видите, чего только там нет. И рисоварка, и пакетики. Микроволновка, духовка встроенная. Вот насчет холодильника не знаю. Это нам комплимент от хозяйки, пиво и водичка. И уже по традиции фрукты и сладости. В прошлый раз было то же самое, только баночка орехов макадамия. Сейчас конфеты. Видите, папайя, бананы, ананас и макадамия в молочном шоколаде. Мне молочный шоколад вообще не заходит никак. Но эти конфеты на ура. Прикиньте, что значит на шару. Большое спасибо, очень приятно. Такое вот внимание, такие вот мелочи. Только у этих хозяев комплимент. Кофейная машина, капсульная кофейная машина, видите, заряжена полностью. Выключатели розетки, нержавейка, мойка. Вот такой, девочки, хвартук-передник, кого интересует. И по шкафам, смотрите, какая посудка, тарелки и миски. Кувшины не показала, наверху красивые стоят. Здесь, значит, чашечки. Стаканы пластиковые, один кувшин. Перечисляю вам. Сахар, чай, какие-то там сыпучие кофе, фильтры. Здесь тоже американская традиция. Куча стаканов, фужеров, графинов, рюмок, бокалов. Здесь стекло, ножи, хороший набор ножей. Вы посмотрите, девчонки, обратите внимание, как ложечки и вилочки лежат в одну сторону повернуты. Все так чистенько, аккуратненько, специи, все подписано. Ничего покупать не нужно практически. Здесь соль, перец, соусы какие-то, масла, значит, что там, оливковое масло. И сказку, видимо, большой бутыль оливкового масла. Здесь мисочки. Вот слева пластиковая. Это сушилка для листового салата или капустных листьев. Чтобы их не промокать бумажными салфетками, полотенцами. Кладешь туда, помыл, ручкой крутишь, все высыхает. Здесь, значит, полотенца, пакеты, капсулы для посудомоечной машины. Так что здесь... Ничего, здесь прихватки. О, ничего не поклодили. KitchenAid — это достаточно дорогой бренд кухонной бытовой техники. Все у них, видите, KitchenAid, и во всех домах. Здесь противни. Моя любимая варочная поверхность сенсорная. И я всегда показываю
вытяжку. Не какая-то балда над головой висит у тебя, над плитой над головой. Вот такая вот аккуратненькая вытяжка. Нажал кнопочку, выехала. Входит и выходит. Я, кажется, повторяюсь, я это уже говорила 2-3 года назад. Здесь миксеры, доски, блендеры, всякая утварь кухонная. Посмотрите, какая посуда, какие кастрюли, сотейники, какие сковородки. Не то, что там какие-то отбитые, эмалированные кастрюльки. Все прямо как будто бы только что из магазинчика. Это ключи для бассейна были, вот сковородочка, посмотрите. Везде чистота такая в шкафчиках. Это регулировка освещения. По-разному освещается помещение в любой зоне. Это, кажется, ночная подсветка. Единственное, что нет вот здесь барных стульев. Могли бы и поставить. Большой обеденный стол. Экибана такая на ощупь, прям натуральная. Вот этот декор уже был, такие какие-то национальные платья из металла. Рабочая зона. Лампы такие же были, мне кажется, говорила, как амфоры, похожие по стилю. Гавайская гитара, туалетный столик, кофейный столик. Coffee table, такой большой. И выход на достаточно большой балкон. Это fireplace, что-то типа уличного камина. Видите, достаточно в отдалении дома стоят, не впритык, как в Америке. Там вот вдалеке отель пятиэтажный. У нас с этим отелем общий пляж. Пляж общий у нас. Это барбекю, холодильник, раковина, суккуленты искусственные. То, что мне показано. Суккуленты мне именно искусственные показаны. Они у меня не гибнут, не засыхают. И дверь. По традиции задвигаю дверь. Ее же окно, ее же стену. Очень удобно. Так задвинул. И делаешь как бы еще больше комнату, еще просторнее. Вот совмещаешь ее с балконом. Включили вентилятор, но на самом деле работает хорошо кондишн. Тьфу-тьфу, чтоб не испортился. Это old style тумба, тумба-юмба для телевизора. Вот эти дверцы, они задвигаются прямо, так, скользят туда, в ящик, к телевизору. Вот настоящий телевизионный ящик. Мне почему-то вот такие огромные апартаменты напоминают сталинские квартиры. С высокими потолками, с большущими комнатами, ваннами. Еще одна спальня. Это я тут уже кинула свои шмутки. Наверное, застолбила. Застолбила спаленку. Или джейчика будет. Тахта. Два окна. Тоже рабочий стол. Такая интересная лампа ксерокс. Это джейчику, вон и телефон его уже лежит. Это джейчику будет спальня с ксероксом, он любит спать с ксероксом. И гардеробная, много вешалок всегда, что очень радует. А что это я стену показываю? Свет не работает, обычно входишь и свет зажигается. Два вентилятора, видимо, на случай вдруг что будет с кондишн. Это покрывало дополнительное. Видите, какие предусмотрительные люди. Кондиционер вдруг выйдет из строя, какое-то время вентиляторами можно будет попользоваться.
Ну, пройдемте в ванную. Это ванная без окон. Сама ванная вот эта вот. Бэстаб больше, чем предыдущая. Большущий душ. Видите, как бы для романтика на двоих. А то и на троих, знаете ли. Вон, три бутыля на троих, значит. И туалет большой. Ой, как у вас красиво завязан пупок. Настолько все чистенько. Я прямо вот вообще балдею. Боже мой. Как уважают хозяева своих постояльцев. Людей, которые вот арендуют квартиры. Все продумано до мелочей. Вот зеркало, фен, туалетная бумага, куча полотенец. И в этой ой, в этой ванной, и в той. Зеркало. Ну, красота. Живи не хочу. Так что давайте. Не очень дорого. Приезжайте к нам на Гавайи. Потусим. Отдохнем. Всякие инструкции. А это как бы подъезд и нет подъезда. Значит, три этажа, по два крыла. В каждом крыле по две квартиры. На этаже четыре квартиры. Будем считать. Математикой занимаемся. Значит, всего 12 квартир в подъезде. Есть лифт, но очень он медленный какой-то. Лучше спуститься по лестнице и подняться. Машинка Алоха приветствует вас.
hard to breathe, to find a way, a way to through these things away. You gotta think about these things, about these things. Get on your knees and start to pray. All you need. Ой, это что, я такая красивая? О, слушайте, как я люблю Инстаграм. Вот это фильтры. Даже не нужно шифроваться очками. Сейчас звоню родителям, так как говорю, я на бассейне. Мама мне говорит, в смысле, в бассейне плаваешь с нами, разговариваешь? Я говорю, нет, я на шезлонге. Мама мне говорит, нужно правильно говорить, я у бассейна. Я говорю, не знаю, как у вас там в Калининграде нужно правильно говорить, а у нас говорят на районе, на бассейне, у нас на Гавайях. Вот, сейчас покажу вам, уже пришли отдыхающие с детками. Такая вот красота. У нас на бассейне красота. И я, смотрите, какая. У-у-у. Сейчас переключу. Вот. Джейчик полез в спа. Ну да. Под 30 градусов это, конечно, прохладненько.